У нас на связи организатор региональных соревнований по профессиональному парению Екатерина Соловей. Екатерина, здравствуйте. Добрый день, Ксения. Екатерина, чемпионат по банному мастерству скоро пройдет вот в нашем городе. Что это за мероприятие и как вообще оно будет проходить? Да, 17 и 18 февраля Тюмень принимает два чемпионата. 17 февраля это открытый чемпионат по коллективному парению. И 18 февраля открытый кубок гор пара. Что это означает? 17 февраля пармастер будет демонстрировать свою программу парения для 30 гостей. То есть один профессионал должен будет прогреть большое количество людей. А 18 февраля пармастер будет демонстрировать программу парения уже индивидуальную. То есть он будет парить одного из судей при зрителях, которые будут наблюдать его профессионализм. А много ли участников заявилось? Вообще много у нас в стране профессионалов вот в этой области? Да, нас очень радует, что банная культура очень активно развивается. У нас, конечно же, большой спрос, и абсолютно все места на участие в чемпионате заполнены. А как, то есть кто будет оценивать участников, что это за люди? Оценивать будет судейские коллегии, это профессионалы в банном деле, это пармастера, непосредственно уже преподаватели банного искусства, которые прилетают к нам из Уфы, из Перми, из Екатеринбурга, ну и, конечно же, из Москвы. Насколько я знаю, принять участие в самом парении могут все желающие. Что нужно для этого сделать или просто можно прийти и попариться? Конечно, в этом году, так как проходит чемпионат по коллективному парению, мы приглашаем всех любителей бани 17 и 18 февраля в городские парильни. Вы можете позвонить, забронировать место, прийти и посмотреть на выступления самых лучших пармастеров Уральского федерального округа. Ну и, конечно же, с пользой для здоровья попариться и погреться. Спасибо большое, Екатерина. Надеюсь, мероприятие пройдет на ура, и все хорошенько попарятся, оздоровятся, а победит сильнейший.